Доброе утро. Ну вот, видите, перешла я через дорогу. Опять в аптеку, да? Хотел, думаю, в этой аптеке посмотрю. Но опять масок нет. Ну это же кошмар какой-то. Ну как вот жить? Вот скажите мне, пожалуйста, да, вроде... Слушайте, вот я вроде оторвала. А, подождите, переключимся. Оторвала от это такой, знаете, как бы тканевая, да, есть полотенце такие на рулоне. Думаю, сделаю, но что-то не знаю. Я или у меня лицо такое, или я неумеха, разумеха, короче говоря. И у меня не получилось задеть ее на лицо, не разорвать ничего, ничего вообще просто. Я смотрю, как-то люди, вот некоторые блогерши, да, делают. Блогерши, да, ютубные и инстаграмные делают, да, они. А у меня что-то, не знаю, надо дома прийти, думаю, погуглить, потому что это, конечно, не дело, сколько это не будет таких масок, я вообще не понимаю просто. А вот, я говорю, приезжая вот у нас туда, такой, немножко, она как бы, ну, мы живем в городе, но на конце, да, получается, и дальше идет промзона. И вот на этой промзоне, да, работают приезжие. Я смотрю, они идут в масках. Ну, там, да, у нас овощи базы, там, это все. И, конечно, они в масках идут, туда и обратно. А я не знаю прям, ну не знаю, сейчас попробую еще в одну зайти. Ну, это просто какой-то кошмар. А так иду вот сейчас с утра на почту хочу сходить. Ну вот, надо мне получить там пособие на третьего ребенка. Говорят, приходили, правда, они прям на неделе. Папе моему приносили пенсию. Да, сказали, что так как ему уже за 60+, 5, да 65+, извините. То принесли ему, да, в связи с этой ситуацией. Но он так, говорит, сказали, приходить в рабочие дни и спускают по одному человеку. Ну, вот сейчас посмотрим, как будет спускать. И, слушайте, ну, с масками я прям не знаю, не знаю. Прям не знаю. Ехать тоже далеко от своего микрорайона. Не знаю. В общем, такие дела. Может, мой муж сегодня поедет на работу, съездит. Так попрошу, может, в городе посмотрим, там, ну, в центре именно, да, в аптеке. Так что подходим к почте, потом расскажу, как пустили меня. Ну, ничего у меня не получилось, потому что после работы за 9 часов. Так что зайду сейчас в магазин и вернусь домой. Днем, не знаю, получится, не получится мне выйти, но надеюсь, что, может, получится, посмотрим. Ну, вот так он стоит очередь в почту. Вернулась. Я с магазина, да, уже сходила 2 раза, ну, сейчас почта и домой пойду. Слушайте, масок нигде нет, придется гуглить и шить.